фабрики Тонуса. Сегодня тренировался сам. Погода сегодня великолепная. 27-28, ветер. Все как надо для экстремальных тренировок. Сегодня хорошо пробежался, сделал свои 100 подъемов на шведской стенке ног и пробежал ног почти 10 километров. Значит, завтра у нас тренировка с группой с 13:00. Тоже завтра будет кардио и стретчинг. Поэтому просьба всем, кто завтра тренируется, взять беговую обувь, взять в зависимости от погоды экипировку. Возможно, может быть и дождь, но мы все равно будем тренироваться. Сменное белье, воды взять. И завтра встречаемся в 13:00. Бежим, тянемся, то есть работаем на кардио. Всем доброго дня с фабрики Тонуса, город Казань.